Мы на месте. Мы приветствуем Мадары, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Мадара, под ногами 360 градусов вокруг нее. 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Мадара, находит все. Значит, арахноид, синий дракон, бес, леса воронка в ногах. И воронка. Еще что-нибудь есть? Нет, больше ничего. Хорошо, воронка находится в ногах сейчас? Да. Сила моего намерения, вывожу ее из биополя, зависает перед ней. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Даю команду тонкой копии Мадары спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Посмотри, пожалуйста, какой у нас бес? 8. Твоя воронка? Моя. Какой у нас синий дракон? 27-34. Сколько ты находишься в этом биополе, дракон? 1 год и 2 месяца. Хорошо. Сколько бес находится в этом биополе? 3 года 8 месяцев. Хорошо. И арахноид. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 месяца. Понятно. Кто из присутствующих есть в квартире? Арахноид. Еще кто? Бес. Дракона есть платы? Есть. А чего ж ты молчишь, дракон? Недавно совсем остановил. Я тебя предупреждаю, чтобы ты вовремя отвечал на мои вопросы. Если ты не отвечаешь, для меня это обман будет. Если я что-то найду, я тебя притяну. Достану печать дракона, включу ее на полную мощность, чтобы ты ощутил серьезность моих намерений. Ты меня понял? Понял. Не было намерения обмануть. Хорошо, я принимаю это. Хорошо. Кто из вас присутствует еще в других членах семьи, детях и муже? Никто из них. Хорошо. Как с реверсом, Вера? Закончен. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Мадара забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Мадара себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. И забираем из этой воронки все, что находится на чистоте Мадары. Чистая энергия мощным потоком пошла назад. Готово. Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Арахноид, выходи. Снимай всю паутину, которую ты оставил. Вытаскивай иголки, ничего не забывай на своей чистоте. Возвращайся в клетку. Приступай. У него на голове как венок из паутины. Как эта подключка действовала, Арахноид? Что человек испытывал, что душа испытывала на физическом плане? Ей повторять приходилось много раз одно и то же. Понятно. Я думаю, Мадара знает, о чем речь. Причем говорит она это с усилием. Через горловую чакру у нее такое усилие, она несколько раз одно и то же говорит, как когда отчаяние доходит, что ее не слышит. Ну, я полагаю, бес, есть ли там затемнение или лярва в голосовой чакре? Затемнения лярвы нет. Затемнение, ну когда-нибудь она и в лярву превратится. А где еще есть затемнение бес? А в ногах затемнение, воронка стягивала все, для того и стоит. Хорошо, тебя интересует, я полагаю, эти затемнения, да? Интересует. Хорошо, когда дойдет очередь, снимешь все, что ты оставил, я дам отдельную команду. Ждем арахноида. Он снялся. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Как твои платы воздействовали на Мадару? Цели воздействия в платах не было, но Мадара чувствительна и боковым зрением, и отдельными окончаниями нервными. И своей интуицией чувствовала мои движения со стороны. Понятно. Ты доставлял какой-то дискомфорт, кроме воровства энергии? Любая инородная плата доставляет дискомфорт, как чужеродное тело. Это верно. Ну как она это ощущала? Неприятным, чужеродным воздействием. И присутствием. В своем биополе. Все понятно. Хорошо. Все снял. И бес, выходи, снимай все, что ты оставил, что ты установил, рассказывай, как оно воздействовало. Ноги вместе держал, чтобы воронка затягивала больше негатива вниз. Затруднял передвижение. Хорошо. Он снял с ног. Разрешаю тебе забрать все затемнения, которые ты описал. Приступай, возвращайся назад. Готов. Даю команду на рассинхронизацию Мадары с арахноидом, синим драконом, бесом и воронкой. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически.
Есть. Включаю внутренний белосвет Мадари. Этим светом она выдавливает из себя всю негативную патогену низкой вибрационной, а также остаточные энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Вышел небольшой. Открываю воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Мадари и, помогая моей энергии отсигнуть все каналы к интерферентам и их подключкам, подхожу, удар, отлетает каналы. Открываю воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. И под воронкой, открывая портал в галактическое ядро, уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Арахноид, синий дракон, бес. Я сейчас отпускаю вас на вашу, вернее, открываю два портала. Арахноид, синий дракон пойдет в один портал, бес пойдет во второй портал. Собираете все, что вы оставили в квартире. Я приду, проверяю. Если беса интересует негатив в думе, я буду его собирать, могу отдать его в дорогу. Все понятно? Понятно. После проверки я всех отпускаю на их чистоту в первый раз. Открывается два канала в квартиру Мадары. 1, 2, 3. Арахноид, синий дракон уходит в один портал, бес уходит во второй портал. Закрывая, печатаю, растворяя оба портала. Готово. Поехали по частотам. Переходим на частоту неупокоенной бесплотной души. Душа есть. Душа идет в клетку-тюрьму. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Неупокоенная душа, представься, как тебе обращаться? Анита. Анита, ты находишься в чужом биополе. Я хотел узнать причину. Подпитка энергии и ожидания. А почему ты сразу не ушла? Не поняла вопрос. Как давно ты закончила свое земное воплощение? И почему не ушла сразу? Сразу не хотелось уходить. Любопытство оставило меня. Посмотреть, что матрица там. Матрица Земли. И как давно много это было? Много интересного потустороннего было рядом. Как давно? 2019 год. А в каком возрасте ты закончила? 37. Болезнь? Нет. Несчастный случай? Пала с балкона. Ой, ужас. Нита, ты присутствуешь в том месте, где я тебе могу открыть портал, светлый портал в чистилище. Этого я и жду. Вот это я дождалась. А сколько ты находилась в биополе Мадары? Ожидая? 13 дней. Значит, ты знала, что мы придем, и кто-то придет. Энергия у нее чистая, подходящая. Анита, больше вопросов нет. Ты готова уходить? Зарядилась я от нее. Благодарю за это. Хорошо. Она принимает твою благодарность. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Анита идет в этот портал и встречает куратор. Все, кто ее знали и любили по ту сторону, встречают Аниту. Встречает ее, Вера? Да, у нее интерес и любопытство, что будет дальше. Встречает. Отлично. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Мадара, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Энергия необычная во мне, свечусь вся. Это ваши родные энергии. Радость чувствую внутри, уверенность. И никаких интерферентов. Отлично. Сейчас мы будем по очереди поднимать ваших детей и почистим их. И выходит из биоробота. Вышла тонкая копия. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Сару в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Сары поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Подожди секунду. Стоп. У нее тонкая копия вышла, но в тонкой копии нет ничего. Но у нее рядом стоит как барьер какой-то. Не могу понять, что это, которое она толкает как будто вперед. Сейчас он на нее не действует, но в будущем будет. Барьер есть, да? Да. Он вместе с ней, его отдельно поднимать? Отдельно. Хорошо, берем этот барьер в сетку. 1, 2, 3. Есть? Да, есть. И вместе с этим барьером и Сарой поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Этот барьер, он в будущем как будто дорогу ей преграждает, как делит ее жизнь на части. Это может быть что угодно, или магия, или контракты с прошлой жизни. Будем сейчас разбираться, или сущности. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Сару, она идет к маме, отправляет этот барьер в клетку-тюрьму. Да, готово. Мы спрашиваем у мамы разрешение на диагностику и чистку Сары. Дает. Даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Сары, под ногами 360 градусов вокруг нее. Лучниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Сары. Находит все.
Но есть щекотные сканеры, идут вибрации определенные. Она смеется. Ну и славно. Нет, черт. Все. Черт. Какой у нас черт? 5. Ты в квартире сидишь? Да, есть. Я нахожусь в квартире. Хорошо. Поймал ее. Ну, ты ее поймал. Хорошо. А я поймал тебя. Вот мы сейчас будем с тобой разговаривать на так эту тему. Получается. Получается так. Сколько ты находишься в биополе ребенка? 3 месяца. Ты что-то знаешь об этом барьере, который рядом стоит в клетке? Нет, не моет. Угу. Хорошо, давай попробуем притянуть. Выстраивает этого барьера канал к ответственным, если таковы есть. И силам его намерения притягивает всех в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьме мои заложники. Здесь гуманоид. Ой, как славно. Отлично. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Что-то он хрипит весь, откуда-то выдернул ты его. Снимается, он снялся? Да. Тот же, да, хорошо, вытаскиваю, выстраиваю канал от гуманоида, с кем он еще связан. Притягивая всех ответственность за этот барьер в клетку-тюрьму. Пока он по цепочке притягивается. И с кем не связан? Хорошо, откуда ты, гуманоид? Он фантомный какой-то гуманоид этот. Фантомный, отлично. Такое ощущение, что он находится где-то в закрытом помещении. Вызови Ли. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Вижу, что происходит. Объяснишь? Он находится у нас. Объясню. Вот, так и подумал. Он у вас. Хорошо. А как он к вам попал? Наверное, мы с ним не встречались, да? Наверное. Вы не встречались. Понятно. Но эта душа встречалась. Она его к нам и определила. Значит, я ничего здесь не смогу вытащить? Ты можешь ударить эту бетонную стену или барьер, как вы говорите. Это то, что он выставил в ее будущем. Угу. Перед тем, как мы смогли его нейтрализовать, скажем так. Да, поместить в определенное место. Здесь было противостояние. Понятно. Хорошо, а с этим фантомом что мне делать? Не верни туда, откуда взял. Все понял. Благодарю. Значит, я никакого реверса не могу ничего сделать из этого барьера и от этого фантома, соответственно, если он у вас находится. Могу только это уничтожить, да? Сейчас, секунду. Может, он какие-то частицы заключил? Нет, барьер он поставил на будущее, на примерное время его освобождения. Ух ты, коварный какой, на время освобождения. Хорошо. Мы заберем его. Благодарю тебя, забирай его. Барьер, и тогда этот уничтожай, если он тебе не нужен. Нет, мы заберем барьер, а потом ты вернешь на его чистоту. Хорошо. Открывается сейчас портал на чистоте этого фантома, и фантом гуманоида уходит на свою чистоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Барьер будет уничтожен, и все будет сделано в дальнейшем, чтобы души не было преград или встречи с этим гуманоидом. Все понятно. Благодарю тебя. Готово. Отлично. Хорошо. Черт у нас остался. Есть черт? Может, тебя тоже сдать в межгалактическую полицию? Или ты не хочешь? У нас намного все проще. Согласен. Но по вреду я тебе скажу, что я не думаю, что они вам уступают в чем-то, а может даже и во многом превосходят, потому что у вас есть, во всяком случае, с вами можно разговаривать. Идем дальше. Начинаем тогда. Мы душу не трогаем зря, только с разрешения человека по его слабостям. И его контракты, заключенными с вами. Осознанно. Слабости его. Это слабость. Об этом и говорю. Все понятно, хорошо. Ну что ж, 3 месяца ты сидел, сделаем реверс, даю команду тонкой копии Сары спроецировать энергетические и сферические каналы к черту. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Саре. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить, возвращается назад. Хорошо, что убрали этот барьер, изменив ее жизнь. Нет, как страх возвращается, вернулся. Хорошо. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Сара забирает все свои чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия. Готово. Хорошо. Начинаем тогда с вытаскивания. Черт, выходи, снимай все, что я оставил в ее биополе. Отключайся, возвращайся назад. Веревка на ноге у него. Дергал за нее, понятно. Снял. Даю команду на рассинхронизацию Сары с чертом. Пошла рассинхронизация. Готово. Включая внутренний белый свет Сары, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкоаббрационное, остаточное энергия. Все выходит и формируется перед ней в шар. Пошел процесс. Есть.
Даю команду сканеру, открывая под шаром воронку в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо, черт. Я тебя сейчас отпускаю в квартиру. Собирай все свои комочки, одеялки, сеточки, все, что ты раскидал по всему дому. Я прихожу, проверяю. Там еще бес находится, восьмой. Ты мне еще покажешь все порталы, которые находятся в квартире. Я их закрою. После этого соберу весь негатив в этом доме и поделю между тобой и бесом. Устраивает? Устраивает. Открывается портал в квартиру Сары, и черт уходит в этот портал. Собирает все. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Идем дальше. Контрактов и договоров в ее возрасте мы не можем проверять. Она должна сама этого хотеть. Не младше 16 лет. Манифест ей тоже пока еще рано. Переходим сразу к заказчику. Она просит контракт с гуманоидом проверить. Хорошо, давай сделаем, без проблем. По закону свободы воли души и свободам права распоряжаться собственными энергиями, Сара должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Она уже выразила. Хорошо, значит, осознанная душа. Я говорю слухи, и тонкая копия повторяет за мной. Я. До дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активно подсвечиваются. Чисто. Чисто, Сара. Все хорошо. Идем дальше. Создаем защитную оболочку. Подсоедини тонкую копию Сары к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Она говорит, я хочу такую же, как у мамы. Что? Меркабу. Меркабу. Хорошо. Станет. Готово. Такая же и Меркаба, только поменьше. Хорошо, пусть тонкая копия Сары вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 300. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Сары до числового значения 300 Гц. Пошел подъем. Ей очень нравится быть в этой семье. Она одной рукой мама обнимает, другой папу, и у нее рядом брат. Отлично. Она счастлива. Готова. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Сара, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь? Она говорит, что она чувствует себя защищенной в этой семье. Отлично. Значит, все хорошо. Благодарить за чистку. Во благо. Приходи, когда вырастешь. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Сары в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке и извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Марка, он идет к маме. Мы спрашиваем у мамы разрешение на диагностику и чистку Марка. Надает. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Марка, под ногами 360 градусов вокруг него. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Марка, находит все. У него как робот какой-то внутри. И он по частям собирается в одно целое. Робот? Или Марк? Да, как робот собирается. И он как, да. Как ртуть такого состава. Но цвет другой, цвет более такой. Синий, темный какой-то. Хорошо, сканер его выведет сейчас. Робот какой именно? Чей? Какой цивилизации? Техногенная. Ух ты, знаем мы таких. Больше никого нет у него. Робот в клетке? Да. Снимаются маски и голограммы. Робот пристает согласно своему эфирному коду ДНК. У него цифры внутри побежали. Какой же робот остался? Выстраивая канал от этого робота к другим ответственным, с кем он связан за эту интерференцию, и притягивая всех в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Стоят в клетке-тюрьме. Ни с кем не связан. Хорошо. Робот, откуда ты? Ты вообще понимаешь? Он понимает язык цифр, и он показывает, что из какого-то энергоносителя он цифрами так и попал к нему. Одна за другой, как нить такая идет от энергоносителя к ребенку. Ставлю монитор в комнате диагностики, посмотри, через какой энергоноситель он просочился. Это экран, как экран телевизора. Телевизор, то есть он через телевизор попал в биополе ребенка. Ребенок заинтересовался чем-то, он остановился и смотрит на этот экран. Да. Причем это не дома. Это не дома даже. Хорошо. Как долго ты находишься, робот, в этом биополе? 4,5 месяца. Какая цель твоего присутствия? Ну, от него такая информация идет. Он цифрами показывает и телепатически передает. Показывает, что пока он просто интерферирует, дальше будет развиваться с ребенком, изучать его
все структуры. Хорошо. Тонкие тела, душу, физическое тело. Это все очень интересно для их цивилизации. Ну, ты же не только наблюдаешь за этим, ты еще что-то делаешь, ты манипулируешь. Подстраивает его под себя, потому что ему не очень удобно находиться в этом непривычном теле. Хоть он и состоит из, как сказать, гибкой структуры. Какие-то параметры у него не сходятся с ребенком. Матрицей и человеческим телом. Хорошо, из какого мира ты пришел? Из какого измерения? Он не может это объяснить. Он показывает, как он отщепляется от одной большой базы. А сколько астрономических единиц от Земли находится твоя база? Это ж ты должен знать. Это цифры. Один катар, он говорит. Один катар? А сколько, переведи в астрономические единицы, расстояние от Земли до Солнца? Это ваши единицы. Я говорю своими. Ну, мне надо понять. Переведи свои единицы в мои единицы. Если ты сюда уже пришел. Поставь конкретный вопрос. Сколько световых лет от Земли находится твоя станция? Это не световые года. Это немного другое измерение, которое можно передвигаться как в параллели. То есть ты где-то параллельно нашему миру находишься? Да. А, вот как. Ну, тогда мне это понятно. Я поэтому и спрашиваю. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Марка спроецирует все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам их болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. А что идет, Вера? Ну, от него идут энергии, наверное, я бы сказала. Они таким же цветом, как темно-синяя, но в то же время она внутри яркий полос, таки возвращаются. Они переливаются, все меняют цвет темного к ярко-синему, такой же, как он сам. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Марк забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Сканер, проверь полноту души Марка. 100% и ему идет энергия красная. Физическая. Физического тела, да. Понятно. Значит, он его бил по физическому плану, его присутствие. Не бил, синхронизировался. Ну, это забирало у него силы, соответственно, если эта энергия возвращается. Он как обволакивал его своей энергией, его физическое тело. Хорошо. А как тебе удалось вообще в матрицу проникнуть? Цифры. Через цифры. Понятно. Хорошо. Что-нибудь ты оставил в этом биополе, робот? Нет. Даю команду на сканер, просканируй. Есть что-нибудь на частоте робота в биополе? Какие-нибудь частицы незамеченные? Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Марка с этим роботом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Подхожу к Марку, помогая моей энергии отстегнуть канал к интерференту. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал, открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Техногенная цивилизация. Робот у меня здесь 4,5 месяца сидел в ребенке через какой-то носитель, телевизор или какой-то объект с информацией проник в биополе. Вообще от них можно как-то защитить? Объект. Это объект. Объект синхронизирован. Объект тот, который, где он проник, он синхронизирован с этой цивилизацией. Правильно? Да, где-то есть пробой через спутники. Все понятно. Но он так и сказал, что он проник через цифровые Забираем каналы. Забираем его. Благодарю тебя. Давай, редкий Роб. Гость. Да я тоже второй раз или третий встречаюсь с техногенной цивилизацией. Нередко встретишь. Но по вредности они не хуже, чем все остальные. Готово. Благодарю. Поехали по частотам. Хорошо, Марк, мы закончили твою чистку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Свободным. Отлично. Сейчас будем возвращать тебя назад в твою систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И потом вернем твою маму.